Всем привет! Сегодня у нас на обзоре мод от SD Mods. Это Урал, который также выложен за донат. Как наберется определенная сумма доната, этот Урал выйдет в общее пользование. Желающие, которые хотят помочь, задонатить, сейчас покажу, как это сделать. Так, минуточку. Вот. У меня на канале есть раздел «Сообщество». Листаем вниз и увидите вот такую тему. Вот. Донат, как бы, дело добровольное. Никто никого не заставляет. Кто-то 10 рублей кинет, кто-то 20 рублей, кто-то там 5000 кинет. Это дело каждого. Никто никого не заставляет. Не хотите влаживать, не вкладывайте. Ждите, когда сделают за это другие. Вот. Далее. Тут идет ссылки. Ссылки идут на шкалу сбора. То есть, за какой мод, сколько уже задонатили. ГАЗ-53 у нас уже как бы вышел, поэтому сюда уже внимание мы не обращаем. Так, ну, нас интересует Урал 55-50-70. В данный момент собрали 1520 рублей. Вот. Далее. Как это сделать? Положить на донат за тот иной мод, который должен выйти, который выложен. Переходим, нажимаем на эту ссылочку, пишем тут любое имя, тут пишем сообщение, ну, пожелание там мододелам, ну, при возможности можете оставить даже свою ссылку на ВК, ну, вдруг пригодится это. Тут пишем любую сумму. И самое главное, здесь нужно поставить галочку на тот мод, на который вы хотите помочь финансово. То есть, в нашем случае это Урал 55-57. Вот. Также собирается донат на ЗИЛ-170, ЗИЛ-45065, Урал Техничка Кунг и Полесье комбайн. И жертвуйте. Также можно у нас тему эту найти в группе авторов. Все ссылочки будут под видео. Вот она, группа, где вы можете также приобрести какие-то отдельные модели, чисто только эксклюзив, которые за донат не выкладываются, а чисто только продаются. Вы тут можете все это дело увидеть, обговорить все это дело с автором и все это дело обсудить. Так, дальше есть канал Саня SD. Это один из авторов Зилов, Уралов и других модов. На этом канале вы увидите различные обзоры, как создавались моды, как создаются. В скором времени будут и стримы по модостроению. Поэтому подписывайтесь, кому будет интересно. Так, ну и естественно есть наша группа Farming Simulator 19, где также вы можете увидеть эту тему по сбору доната. Есть отдельная графа моды за донат. Ну и при желании тут вы можете выкладывать свои скриншоты, фотографии. Вот. Так, ну а мы переходим в саму уже игру. Посмотрим сам мод. В первом видео я, конечно, очень упустил одну важную деталь. Это мне в комментариях уже там писали под тем видео. Поэтому это видео уже будет перезалив. Ну, наверное, для начала я отвечу по ЗИЛу-170.
У нас его в наличии нету, поэтому вы можете перейти на канал автора и поглядеть именно там этот ЗИЛ. Вот. Что мы имеем? Переходим в магазин. Мы имеем покраску, основной цвет. Имеем низкий борт, высокий борт и силосник. Также имеем мы дизайн. То есть это Урал 375 и 55-570. Есть выбор колес. Вот так, может быть, лучше вам видно. Три вида колес. И также имеем мы прицеп. Прицеп низкий борт, высокий борт, силосник. Также все это дело красится. Есть выбор колес. Переходим непосредственно к самому уже моду. Заводится так мощно, прям четко, как и должно. Смотрим салон. Габариты, ближний, дальний. Вот. Так, какую я фишку упустил? Оказывается, у нас тут регулируется зеркала. Это у нас так. Стоп. Левая кнопка мышки. Вверх, вниз. Левая кнопка мышки. Влево, вправо. Далее, что у нас имеется? У нас имеется открывание капота. Он все работает, двигается, генератор крутится, все ремешки. Так, и наверное все. Хотя, по-моему, что-то мне еще говорили, работает. То ли двери писали. Так, ну это зеркала. Так, это зажимаем две левую и правую кнопки, и открывается капот. Так, и вот это, я не знаю, что. Что-то ничего не происходит. Угу. Так. Левую сторону разгрузки. Ну, наверное, все. Кстати, зеркала можно регулировать и на клавиатуре. МК и NJ. Круто. Круто. Так. Ага. Нет, по-моему, ничего не происходит. Кстати, может быть, тут это самое. Вот этот контроль, но я его не установил. Что возможно быть. Поэтому, может быть, он у кого-то здесь уже Урал, кто покупал, подскажете. Так, далее, что у нас имеется? Давайте посмотрим уровень загрязнения.
Вот так вот он пачкается. Такой прям в грязи он был. По поводу износа я сказать не могу. Скорее всего, наверное, автор сделал, чтобы он не царапался. Ну, я тоже не вижу смысла, потому что получается полное дерьмо. Так, и ну, давайте загрузим. И прокатимся. И прокатимся немножечко. Подвесочка так вот ходит. Вместе с прицепом смотрим, видим, что берет он 30 кубов. Я думаю, те карты, где есть грязь, незаменимая машина будет. Грязь месить. Кстати, тут-то, по-моему, блокируется прицеп. Да, прицеп блокируется. Тоже. Одна из хороших таких вещей, что мы имеем. Так, ну давайте сейчас посмотрим, как происходит разгрузка. Звуки автор обещал немножечко подправить, потому что часто какие-то перегазовки идут. Вот. Видим, да? Так, разгружаем, разгружаем. Вот так у нас высыпается. Кому нужно зерно, продам. Так, ну вот как-то так, во, ведро болтается. Так, ну все. Переходим сейчас к следующему Уралу. Немножко он другой, как мы видим, вид облицовки здесь вот такой. Это 375, а это уже 55. Еще есть отличие по салону. Тут такой вот салон у 375, у 55 уже более такой современный салон. Немножко, я имею в виду, панель другая. По поводу того, что вот не хватает
какой-то живучести в кабине, там всяких каких-то шторочек, всякое это трихомудия это. Ну, во-первых, автор старается делать исключительно все по дефолту, то есть как машина выходит с завода, так вот и здесь мы видим. Тут дело уже на любителя. Мне не очень, допустим, нравится, когда вот это всякие какие-то шторочки, что-то болтается, что мешает. Не знаю, ну, колхоз. Короче говоря, мне не очень нравится. Где-то он и хорошо смотрится, а где-то вот он совсем и не нужен. Тут обзоры так маленькие, так сейчас шторки повесят, так вообще его не будет, обзор этого. Даже не Евротрак. Евротрак совсем другой, допустим. Так, ну, этот у нас уже силосник идет. Идет силосник. Так, сейчас загрузим его силосом. Так, страф. Сам салон, по-моему, была. Силос, вот, силос. Силос. Так, вот он. Так, разгрузить. Так вот разгружает он. А, коллизия борта не дает, наверное. Скорее всего. Ну да, коллизия борта. Вот. И низкий борт. Переводит он у нас Урал переводит у нас, по-моему, все, да, все, что есть, все переводит. Но это по дефолту. На деле переводит больше. Вот. О, бляха-муха. Зацепился за дерево, ё-моё. Ну, бывают такие казусы. Четко смотрится прям Урал. Поэтому желающие помочь, ускорить выход данной модели, ссылочки в описании, как задонатить. Есть ссылочка группы автора, ссылочка на канал автора. Поэтому желающие подписываются. Донат — это сугубо дело каждого, добровольно. Никто никого не заставляет, не уговаривает. Ну, я думаю, по 10-20 рублей там от нас не убудет. Хороших модов и так мало в игре. Поэтому что имеем, то имеем. И по поводу, тоже вот смотрел по комментариям, что многие пишут, что дорого. Ну, во-первых, автор видит свою работу оценивать так, как он это видит, не нам это говорить. И вот большинство в основном бомбят по этому поводу. Те, кто, наверное, ни копеечки не задонатил,
не помогает, а ждут, когда кто-то сделает на них другой, и потом вот кричат: то что вы так долго донатите, то донат очень много. Ну, нас много игроков, очень много игроков, поэтому я же говорю, 10-20 рублей с каждого, и все, мод будет в общаке. Ну, как-то вот такой обзор, не до обзор и тому подобное. Ну, не знаю, по поводу дверей, по-моему, ну, что-то писали, я уже не помню. Про капот мне написали, про зеркала мне написали, что я упустил этот момент важный. Ну и все, вроде бы, так-то. Вроде бы ничего не упустил. Больше. Ну, вот я вот этот не пойму. Правой кнопкой мышки что-то там вот само от натяжение что ли какое-то идет. Так, нет. А нет, это зеркала. Вот левая кнопка мышки зажимаем и тоже что-то можем делать. Где это у нас капот открывается? Вот левая кнопка, непонятно, что она делает. Может быть, что-то и делает. Не. Ясненько. Так, ладно, ребят. Кому понравился обзор, лайки. Кому не понравился, дизлайки. Кто не подписался, подписываемся. Вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем подписаться на канал автора. Одного из авторов мода. Также есть группа, сразу говорю, что принимает в авторскую группу не всех, а только те страницы, которые, ну, не фейковые, можно сказать, и не замешаны там в каких-то черных делах и деяниях. Вот. Ну, следующий у нас обзор будет, скорее всего, по комбайну Полесье. У нас, по-моему, последний остался из тех приобретенных модов, которые мы имеем. По поводу ZILA 170 есть у автора на канале видео, можете там у него посмотреть. Вот. Ага, тут вот есть Урал, а тут вот нет Урала. Всем спасибо за просмотр. Спасибо всем тем, кто ставит лайк. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.